Сейчас прикуплю. Фасоль красная, кубаночка, в светофоре. Кубаночка. Фасолька красная, кубаночка. В светофоре на обзор прикупил. Фасоль красная, натуральная, кубаночка. Вот уже этот отломался, открывалка. Это написано по ГОСТу, вот, качеством, отборное. Только жидкость тут, вот я открываю, смотрите, видите, а где жидкость-то? Питьевая вода там должна быть. Мне неудобно одной рукой. О, сейчас я высплю, выложу. О. Ну что тут отборная какая-то и такая непонятно. Сейчас попробую. Соль выложил ее с баночки. Кубаночка. Где питьевая вода? Вообще ноль. Качество называется. Вообще никакая. Мне не понравилось. А так приятно, всем аппетита. Ерунда.